Так, привет всем. Я сегодня с Виталием, нашим тренером, интеллект-тренером величайшим, на спортплощадке, как по моему мнению, она похожа больше на зону. Тут есть такой арбитрек. Арбитречище прям. С ума сойти. Две швеллера прицеплены. Не, ну, Украина. Нет, это больше Челябинск. Суровые парни в суровом тренажерном зале на улице. Конечно, было бы круто, если бы хотя бы застелили чем-то. Ну, спасибо и на этом, но все равно довольно-таки неплохо. Тут разные веса есть. Сейчас, конечно, тут болото такое. Ну, летом бомба, оно бесплатно все абсолютно. И не разворовалось, как немногие вещи в нашей стране. Итак, что тут интересного? Сам, короче, здесь впервой. Ведите на Сусанин, ведите родной, идите вы. Я сам тут впервой. В общем, такое, есть даже скамья специальная. Тут, короче, все что угодно. Бери, занимайся. Спортсмены мира, гениальные умы. Всем благ, до свидания. А, кстати, это остановка гидропарк, рядом с гидропарком. Если что, можно приезжать сюда и заниматься, если кто жалуется, что нет тренажерного зала.